Не вывезли, почему собранный горожанами мусор остался на улицах и когда порядок все-таки наведут. Тепловой удар, почему жители Омского района отдают большую часть зарплаты за коммунальные услуги и кто хотел развалить тепловой комплекс региона. Под рев моторов и людей омичам не дают спать заполонившие дороги мотоциклисты. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.